Юные спортсмены Сочи присоединились к всероссийской декаде спорта и здоровья. В традиционной рождественской эстафете приняли участие воспитанники 23 спортивных школ города. В этих соревнованиях отрабатывается умение работать в команде, дружба, слаженность. И если на самом деле ребята дружно, весело занимаются своим любимым видом спорта, то и здесь они показывают высокие результаты. Поэтому командный дух здесь больше всего присутствует и командное умение. Большие гонки по-сочински – это комбинированные соревнования, состоящие из нескольких этапов. Необычным здесь является инвентарь. Командные лыжи, штаны на троих трио, гусеница, гигантские кеды, чудо-ласты, ну и так далее. Нам трудно было делать лыжами. Я говорю, заплава лево, и они как бы тоже так же шли, и там кто-то упал. Из-за этого все остановилось, а потом мы снова поднялись и начали шагать. Слаженно пройти дистанцию удалось не всем, но вот девчонки из первой спортивной школы оставили позади себя команду мальчиков. Потому что это командная игра, мы все хорошо вместе как бы в команде работаем. Лучшие участники рождественской эстафеты получили медали, кубки, ну а самое главное – хорошее настроение и позитивный настрой на очередной спортивный сезон. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.